Добрый день еще раз. Давайте нашу встречу начнем. Значит, обрисую то, что происходит на сегодняшний день. Текущий статус, да? Если можно, чуть-чуть погромче. Ничего не слышим. Бабушки не глухие уже. Согласно наших вопросов. Значит, вот вы прописали отчет инвестиционной программы 2021-2022 годы, но как таковой инвестиционной программы не было. Были определенные объемы внутренних работ. Вот Ильдар Наилевич может рассказать, что было выполнено. Дальше. По городским сетям я вам расскажу. Плановые инвестпрограммы я Ирине Владимировне сбрасывал, да. Эту программу можно найти в общем доступе, там, в интернете, по-моему. Просто я хотел добавить еще следующего уровня. Поскольку Химки действительно в Московской области, что называется современным языком, понят, поэтому Министерство энергетики взяло под особый контроль выполнение ремонтной и инвестиционной программы. И мало того, мы сейчас еженедельно, по три раза в неделю проводим совещание под председательством первого заместителя министра энергетики Рогана Владимировича. И по пятницам у нас бывает точное совещание. Да? То есть мы, соответственно, все мероприятия докладываем, расскажем, что проводим, как проводим и что планируем. Вот. Что касается инвестиционной программы, будет подготовлен вообще ремонтная программа на год, на 23-й, подготовлен график производства работ. С указанием там, в месяц, в какой период будет происходить. Единственный момент, этот график будет скорректирован только от графика гидравлических испытаний. То есть весной, в марте будет утвержден график сначала гидравлических испытаний и скорректирован график производства работ. То есть часть работ можно будет производить параллельно, то есть без отключения, а часть работ будет совмещен с периодом гидравлических испытаний, но где-то придется, возможно, и накладывать на определенный период. Но в любом случае, в летний период мероприятие должно быть сделано, с начала отопительного сезона система должна быть готова к работе. Вот. Этот график мы, естественно, опубличим, что называется, совместно с графиком гидравлических испытаний. То есть его каждый житель, ну, и мы разместим и на площадке администрации, и, значит, подключим общественников, и вплоть до того, что там и через общедомовые чаты, ну, просто ссылку направим, где это можно будет посмотреть. Mm-hmm. Естественно, на сайте у нас будет с этими документами ознакомиться. Вот. Как бы, что касается плана, да? Сейчас наша задача закончить отопительный сезон и приступить к нормальному плановому модулю. Вот. Причем сейчас строятся уже долгосрочные планы, которые выходят за пределы той инвестиционной программы, которая утверждена Министерством энергетики. Фактически мы начинаем предпроектную работу уже на 26-й год. Вот. Ну, что называется, такими темпами надо будет ставить на потом. Ну и, в принципе, в пределах десятилетия можно навести хороший порядок в городском округе. Да, извините, туда не войдут не все трубы, да? Только часть. Только проблемные участки. Локально. Локально. Нет, ну что значит? Это локально, это мы сейчас локально ремонтируем. Mm-hmm. Да? А до 26-го года, я так понимаю, планируется поменять все сети. Не все, наверное. Вы сказали, что только новые Химки. То есть замена сетей была только в новых Химках или это в старых Химках тоже будет. И у нас еще левый берег отдельно. Исходим. И Подреевского. На самом деле рвется везде. Рвется везде, согласен, рвется везде, но вы должны прекрасно понимать. Я уже сколько раз рассказывал, да?
Это, допустим, в 22 году в тарифе ТСК «Мосэнерго» 2% всего лишь ремонтная программа. Да? Вот, соответственно, вся ремонтная программа, она, ну, скажем так, носила узконаправленный характер. Теперь же, что из себя представляет инвестиционная программа? Это объекты, которые, во-первых, проектируются, то есть не просто так будет делаться, меняться одна программа в другую, да? Соответственно, основную часть проекта уже фактически выполнена. То есть сейчас уже проходит торговая процедура на отбор подрядной организации для производства работ. То есть те работы, которые параллельно можно будет проводить, и они фактически, их можно будет начинать, ну, условно говоря, конец марта, начало апреля. Все, вот просто смотрите, всегда переводите, скажем так, в практическую плоскость, чтобы понимать, что такое все сети, как переложить, да? Ну, предположим, там есть у нас участок, да, надо переложить 150 метров. Вы можете представить, 150 метров, вот, даже просто шагами раскопать, да, какую-то часть? Мы можем представить. Каждый год копать. Одно и то же место. У нас подобные народы. Так что не так надо копать, не же копать прям все. Но на самом деле, мы доставили, мне кажется, 30% у нас надземные сети. Значит, график уже сформирован, то есть и сформированы адреса, да? Предварительный график сформирован. Да. А где там можно его посмотреть сейчас? Мы его направили в Минэнерго. Угу. Мы как только подпишем его с администрацией города, мы, соответственно, его покажем. То есть как только какие-то адреса не вошли в участки, они не войдут уже в эту программу до 2026 года. Тогда это будут следующие какие-то этапы или нет? Смотрите, с учетом того, что это трехлетняя программа можно посмотреть по адресу в, ну, на сайте Минэнерго. Да? Дело в том, что просто единственное, мы хотели бы, скажем так, когда его будем делать график, мы его, что называется, переведем на русский язык. Да? То есть там, допустим, указано там ТК такая-то, от ТК такой-то до ТК такой-то. То, ну, то есть, да, для людей не это может быть несколько непонятно. Для потребителей это как бы нам важные адреса. Понятное дело, что основная задача была поставлена, значит, произвести реконструкцию магистральных сетей для того, чтобы реально повысить надежность основной несущей массы, скажем так. Угу. Вот. Параллельно есть ремонтная программа, которая будет, допустим, разводящие сети внутри квартальные производить ремонтные работы. Вот. Поэтому этот комплекс работ, его постарались так совместить, чтобы, ну, скажем так, все наши такие проблемные моменты, которые были по количеству отказов, да, по количеству инцидентов, которые возникали в определенный период, ну, их каким-то образом постепенно закрывать и выходить на уже другие уровни. А можно я спрошу, скажите, пожалуйста, по какому принципу вы выбираете объекты? Это возрастной принцип, скажем так, ну, возраст сетей? Или количество прорывов на этих сетях? Или вот, ну, каким образом? И второй вопрос, а когда вообще в последний раз ТСК «Мосэнерго» проводила, скажем так, комплексное обследование хотя бы того, чем оно, скажем так, вот наступит? Ну, вот смотрите, начнем как раз вот один из вопросов был, это имущественный комплекс, да. Действительно, сейчас имущественный комплекс в 2022 году, в конце года, попал уже на баланс, что называется, собственность ТСК «Мосэнерго». Соответственно, почему родилась инвестиционная программа, что здесь существует возможность действительно капитализировать это имущество, вот, которое будет приносить, условно говоря, ту часть составляющей в тарифе амортизации, которая, условно говоря, будет направляться тоже на ремонт. Да? То есть, условно говоря, запущен механизм формирования амортизации для последующего восстановления соответствующего имущества. Ваш вопрос по поводу того, что а как выбирались, да, действительно, там берется комплекс критериев, да, это первое, ну, естественно, износ. Износ подтверждается не только бухгалтерским, бухгалтерским он себе представляет, то есть это
срок ввода в эксплуатацию, от которого там отсчитывается там определенный промежуток времени, да, вот, ну и соответствующие, значит, вырезки труб, да, то есть состояние уже непосредственно, да, то есть специальными измерительными приборами измеряется толщина, то есть состав, ну и плюс, естественно, количество отказов. То есть если количество отказов там превышало, ну, соответственно, эти участки надо не просто там кусочками, да, а действительно как-то уже целенаправленно, квартально, условно говоря, делать. А у меня параллельно вопрос. До того, как сети перешли на баланс ТСК «Мосэнерго» в собственность, когда они были еще на балансе Химкинской теплосети, кто занимался капитальным ремонтом и заменой? Ну, фактически ТСК. То есть работы все-таки проводились? Ну, работы проводились, несмотря на то, что даже, условно говоря, это была убыточная статья. Поскольку ну, ТСК, кроме регулируемого вида деятельности, ничем не занимается. То есть нет, условно говоря, дополнительных доходов, за счет которых можно было бы сделать. Фактически акционеры выделяли дополнительные средства, которыми, условно говоря, поддерживалась работоспособность системы. Да? Сейчас вот переход, как раз переходный этап, когда действительно в тарифе уже есть защищенная статья, вот, в рамках которой будут производиться уже комплексные работы. Ну, еще раз говорю, то есть здесь уже не будет просто локально-справочного ремонта, а будет уже проект, производство работ, ввод в эксплуатацию, ну, все как положено. У меня вопрос финансовый. Вот вы сейчас сказали, что 2%, да, в тарифе закладывается на ремонт. В связи с инвестпрограммой, ее реализацией, на какие деньги, на структура тех средств денежных, как бы, которые уходят на инвестпрограмму. И, так сказать, это не приведет ли к увеличению размера тарифа на тариф уже утвердили. Так уже заложено туда. Тариф уже нет. Смысл в этом заключается. Куда заложено? То есть в утвержденном тарифе, составляющую, которую мы хотим направить на ремонт, ее уже утвердили. И теперь мы ежеквартально, ежемесячно будем отчитываться в Минэнерго о ходе, о статусе выполнения работы. И она уже не 2%, да? И она уже не 2%. Ну, вообще, конечно, если быть откровенным, в 2019 еще году было расширенное заседание Федеральной антимонопольной службы, которое поставило задачу вот, к 2030 году объем инвестирования, которое находится в составе тарифа, ну, всех, условно говоря, энергетических компаний, значит, коммунальных предприятий, должно достичь 30%. Но это, да, это некая такая целевая установка, которая позволила кардинальным образом сдвинуть с мертвой точки всю ситуацию. Если бы нам еще, конечно, ну, в этом отношении помогала администрация. Каким образом? Ну, бюджетные деньги вкладывала или что? Нет, нет, нет. Ну, поясните, пожалуйста. Значит, в конце июня прошлого года был госсовет, посвященный проблемам жилищно-коммунального хозяйства. Президент четко поставил задачу Минстрою и финансовому блоку подготовить программу инвестирования, значит, в реконструкцию сетей теплоснабжения, водоснабжения и прочее, прочее. Значит, эта программа была утверждена в конце, ну, в декабре, скажем, даже. Ее публично озвучили ряд средств массовой информации. Вот. Поскольку в Химках есть еще муниципальное имущество, тепловые сети, в том числе и даже несколько СПП, которые находятся в муниципальной собственности. Ну, в течение 2023 года будет юридическая обвязка с администрацией города, как эти сети последующим эксплуатировать, но, по идее, администрация могла заявиться в эту историю на
муниципальные сети на реконструкцию, попросить дополнительного финансирования. Вот, мы это со своей стороны тоже будем поддерживать. Я так думаю, что все-таки с этой инициативой на Минэнерго мы выйдем. А есть там какие-то сроки, заявки на участие в этих федеральной программе? Это надо было сделать в прошлом году, но... Ну, понятно, с администрацией... Лучше поздно, чем никогда. Ну, то есть возможность есть такая. То есть, если, как бы сказать, правильно понимаю, что... Мы свою информацию, когда пришли запросы, мы свою информацию направляли, необходимо готовить заявку со стороны администрации. Но я так думаю, что эту историю все равно надо пододвигать, потому что когда есть дополнительные источники для мероприятий по реконструкции сетей, это только в плюс. Администрация только готовит заявку, или они должны подготовить проектно-сметную документацию? Или только? Нет, только заявку. Только заявку. То есть практически это как бы администрация заявки. Причем там заявка оформляется на ней. Там не свободная форма, да? Там фактически администрация своей сети конструирует самостоятельно, да, то есть выделяется определенный объем средств, который направляется на какие-то такие-то объекты. Если можно пояснить, я полагала, что до этого как бы есть, все сети принадлежали Химкинской теплосети, и, соответственно, после банкротства ее все сети переданы в ТСК Мосэнерго. Каким образом какие-то сети остались в администрации, и где вот это вот разграничение? То есть не получится ли так, что, допустим, жители обращаются в ТСК Мосэнерго, типа у нас там прорывы и так далее, и на самом деле сеть вот... Данный магистральный трубопровод принадлежит, стоит на балансе у администрации. Мы в этом году запланировали инвентаризацию этих всех сетей. Угу. А, соответственно, те объекты, которые находятся в администрации, не на Луне живем, да, то есть мы нормально решаем вопросы с точки зрения того, что если произошел инцидент какой-то, естественно, мы будем заходить. А как перешло право собственности без инвентаризации? Нет, инвентаризация стала бы на баланс. Разные сети. Инвентаризация тех сетей, которые были в Химкинской теплосети, это одна история. А инвентаризация тех сетей, которые находятся в муниципалитете, в казне, это другая история. А в казне у нас есть какие-то сети, которые обслуживают жилой фонд? Конечно. Да? Да. Каким образом, допустим, ТСК Мосэнерго, вы лично можете, содействовать или оказать, помощь администрации для составления этой заявки? Слушайте, мы выходили с предложением еще с августа месяца, в администрации города была программа развития коммунальной инфраструктуры 2018-2022 год. Угу. Мы писали письмо о том, что уважаемые руководители города, программа заканчивает свое действие, да, в рамках этой программы вы можете, мы предлагали включить реконструкцию сетей, муниципальных сетей, включить в эту программу, ее также пятилетнюю утвердить и спокойно отрабатывать. Мы дважды писали, выходили с таким предложением. Понятно. Там потому что программа, которая была составлена, там четко было прописано финансирование, четко в результате программы, если вы ее читаете, там как-то напишут, что по таким-то причинам, в связи с тем-то, окончательное выполнение программы будет невозможно. Вы в самой же программе написано, если возьмете, внимательно почитайте. Нет, это понятно, А денежки выделяются на нее, они уходят не туда, сами знаете куда. Поэтому надо воспользоваться. А это где-то прописано, то есть какие нормативные акты по поводу программы федеральной, где можно с ними познакомиться? Чтобы иметь там основание, да? Там на сайте есть администрация, слушай программу. Да. Были письма со стороны Минэнерго в адрес администрации города, и причем не единожды раз по поводу подготовки такой заявки, это раз. Во-вторых, средства массовой информации, я на РБК
читал буквально вот 30 декабря была статья значит, о том, что программа утверждена, и, соответственно, начинает свои действия. Она там тоже не краткосрочная, а долгосрочная, поэтому вот здесь, условно говоря, требования по выходу соответствующими формами заполненных документов, она позволяет все выйти. Еще вопрос. Вот эта вот программа, которая на 23-й год, она будет на 100% инвестирована монетом? Будут заработаны те средства, которые заложены в тариф? На встрече с губернатором как раз был разговор о том, что это будет совместно, так сказать, софинансирование государства и коммерческой структуры в лице МАИ. Ну да, то есть... Смотрите, мы, условно говоря, ну, я в рамках своих компетенций, да, готов рассказывать только то, что, вот, что называется у меня вот в документах. Да. А по поводу вот, совместного инвестирования, там Андрей Юрьевич там, с Алексеем Борисовичем, они там общаются, они там договорились, там, это там следующий этап, который будет реализован. Да, и губернатор... сказал прямо, что я вас не брошу, значит, я беру под свой личный контроль. Ну и буквально вчера прилетело письмо, что да, он опять в феврале собирается сюда приехать, посмотреть, что мы выполнили, что не выполнили. Ну, не только нас, но и в том числе водоканал Химкинский посмотреть хочет, как работает. Ну, дело в том, что средства массовой информации нас оповестили о том, что выделена там энная сумма, и, в общем-то, эта сумма должна пойти как раз на производство работ в 23-м году. С мая месяца начинается работа. Не считая, так сказать, затраты ТСК. Не скрывайте от нас. Что-то лукавите. Ну, озвученная сумма в 1,7 миллиарда, это как-то очень красиво для нас. Маловато будет, я бы сказал. Да, в масштабах городских. У меня еще, знаете, какой вопрос? Ну, как бы ответку не получили. Да. Ну, вот я вам говорю, я вам сейчас готов рассказать. Про то, что знаю. Да. То есть этих денег еще нет, поэтому не осваивать мы никак не будем. Нет, да. План есть, цели есть. С тем, что мы сегодня работаем, это утвержденная ремонтная программа и утвержденная инвестиционная программа в объеме там, сотни миллионов, да, условно говоря, то есть порядка там, 600 миллионов на этот год. Вот. Поэтому нам надо стартануть. То есть мы рассчитываем на эти деньги, но пока будут это все... Пока это нет. Ну, вы открыты для того, чтобы жители да, города как-то сказать, информированы были надлежащим образом, а не узнавали как бы, информацию из средств массовой информации. Причем, смотрите, мы же... Почему еще график сейчас, он, ну, что называется, сырой, да? Вы же прекрасно понимаете, как процедура происходит, да? То есть, если заключается, ну, торговая процедура прошла, заключается договор с подрядной организацией. Подрядная организация в рамках этого договора готовит график производства работы. А он четко фиксирует определенные сроки и временные точки. И, соответственно, от него уже рождается график. То есть, вот, условно говоря, к концу марта, все контракты, допустим, будут заключены, да, графики производства работы будут подготовлены, и мы уже адаптируем, и в том числе с графиком гидравлических испытаний, и показываем тем же днем, да, что на улице там, Мельникова от такого-то такой-то квартал будет в такой-то такой-то месяц производиться реконструкция. Алло. Да. Пока еще не спрашивали.
У меня же 3000 вопросов. Не, не, сейчас у меня еще очень хорошие. Нет, он не отрицает. На что? Порядок перехода. Не-не-не, работает. Я общие слова. Почему? По решению суда, в мае месяце было решение суда о переходе. И вот они, я так понимаю, имущество полностью передали к осени, он отвечает. Но это имущество муниципалитета. Да. То есть так оно останется, и поэтому оно капитальному ремонту не подлежит. Почему не подлежит? Да, денег нет, я сказала. Но это будет делать не ТСК «Муснанарго», а администрация на свои деньги. Если будет. Потише, можно? И животрепещущий вопрос. Разрешите один. Вот пройдет инвестиционная программа, все сделаем, как все хорошо. Мне интересно, какие будут тарифы? То ли они будут реально пересчитаны, как положено, то ли они будут расти, расти, расти. Потому что, исходя от того, что сейчас происходит, независимо от того, что они, мы прекрасно знаем, что на 50% они завышены, они просто на основании постановления правительства потихонечку поднимаются, поднимаются. Будет это дальше продолжаться? Или будут реальные установленные цены, которые не будут скакать непонятно куда и непонятно от чего? У нас законы одни. У нас, но я поэтому и спрашиваю. Рост платы граждан не должен превышать. Нет, это мы не о том. Вы прекрасно помните, о чем я говорю. Мы знаем, что сейчас тарифы просчитывали, были судебные решения, были разборки судебные, да, что тарифы завышены не на 10%, не на 20%, что у вас, что во всех остальных отношениях. Хотел бы знать, будет ли после этого проведено нормальное нормирование, подсчет, сколько себестоимость настоящая будет электроэнергия получать, а не такая, которая сейчас исходя скакать от той позиции, которая сейчас есть. Или нет, это не предусматривается. Если это не предусматривается, тогда эта вся программа будет бессмысленна. Мы как жители сейчас инвестируем практически в строительство всех этих сетей, потому что у нас деньги берут и заложены в наших тарифах. Но мы не являемся акционерами, с инвестором, мы не будем получать прибыль никакой, несмотря на то, что мы соинвестируем. А это вот, что себестоимость совсем другая будет в производстве, и после ремонта будет совсем другая стоимость. Нам хотелось бы знать хотя бы приблизительно, что, какая выгода для нас от этого. То ли мы дальше будем, то ли мы все-таки проведем нулевой, и от нулевой планки пойдем правильный расчет проведем затрат энергетических, для того, чтобы выиграл и государство, и жители. Потому что из тех тарифов, которые сейчас есть, производство практически содержать невозможно. Поэтому они все убыточны. Вот это в государственной программе заложено, вообще-то вопрос. Это основной вопрос. Ну, я бы еще добавила аргумент. У нас сейчас норматив тоже на отопление, нет, да? 0,029. Угу. Да? Вот аудит по Москве, я знаю, что показывает нормальный норматив на отопление. Вот по изменяющемуся климату, а он идет в сторону утепления, угу. И это подтверждается Росгидрометеоцентром, на 2 градуса вот, последнего, он температура поднялась. Но он должен быть 0,015, 0,013. А аудит, анализ проекта одного дома показывал, что у нас вот в проекте в 70-е годы там норматив был заложен. Он вообще 0,011. И я еще хочу добавить, что вот этот норматив 0,013 и 0,014, он показывал, это было подтверждением показаний ОДПУ, которые были поставлены в 30 домов у нас было оприборено в 2013 году. И вот первый год, первый ОЗП, 12, 13, 14 год, они показывали вот этот норматив 0,013. Сейчас 0,029. Но все специалисты, и вы таким же являетесь, прекрасно понимают, что это норматив. Но невозможно, потому что если у нас ОДПУ отказывает, да, то нам перерасчет нормативу делают по 0,029. Жители получают оплату за месяц 5-6 тысяч. 9. Ну, это как, норматив. Ну, и президент Владимир Владимирович говорит, что, друзья, вообще-то у нас всем известно, что с нормативами играют. Вот, что говорит наш губернатор и как вы тоже считаете? То есть, это вот, аргумент, что все завышено, если это будет реконструировать, то есть это будет оптимизация. Мы с нуля начнем, опустимся 0,11, или мы будем дальше? Здесь вот вопрос еще заключается в том, что вы сказали, правильно сказали, что в 70-е годы было, проект был такой-то, да, выполнили такой-то, норматив был такой-то. Батареи не изменились, как они стали холоднее. Так они, все правильно, но внутридомовая эта система отопления, она тоже имеет свой износ.
Вы посмотрите, как готовились дома. Это просто ужас. Они не готовились ничего. Да, они не готовились. И с пеной рта все говорят, значит, не-не-не, мы все тут проводили. Я сам ходил к нему. Вот, да, я показывал, все очень просто. Подходит, батарея трогается снизу, она холодная. Управляющий компания говорит, хорошо, давай включай стоят, скрываем хуторку и смотрим, что там. 200% даю, что там иловые отложения. В Москве тариф совсем другие, меньше намного. Вот, пожалуйста, на встречу губернатора, вот здесь школа 26-я, вот на Молодежной 52, по-моему, на Молодежной, тоже прозвучало. Вот пошел сам лично. Встретился с директором, я говорю, пойдем сходим вот к вам в тепловую зиму. В 26-й школе, которая, извините меня, там, я не знаю, вообще нулевая абсолютно. 2014 года. Не поверите, теплообменник запломбирован еще при строительстве. При строительстве, да. То есть это с 2014 года не промывалось. А состояние регулятора, это просто ужасающее. Я отправляю, замминистру отправил эти фотографии, она просто была в ужасе, честно говоря. То есть люди пожаловались губернатору, а вы как вы готовили? Вот с домами примерно такая же ситуация. Я вам честно говорю. Владимир Владимирович, но все равно мы сейчас говорим про тариф, который у нас становится на отопление. Даже если сейчас мы возьмем дома, даже, которых ничего не делалось, но если поставим АДПУ, мы посмотрим, на самом деле, я на Нагорной шоссе один, я в этом участвовал, который в 2013 году, я прекрасно видела разницу по цене за отопление. Причем квартира одинаковая, допустим, что на строителе у меня, что это, дома панельные. И разница огромная по оплате. Но не огромная, она была, экономия 48, была около 10 тысяч на одну квартиру за один отопительный период. Да. Даже это было поставлено на старые сети. На старые сети. И, так сказать, ОДПУ показал, вот два УЗП, он показывал честный норматив. Понимаете, нет, замечательно. А дальше у нас проблема. Транзитные сети. Транзитные сети. А то, что сказал наш глава, что будет растранзичивание. А теперь хороший вопрос. Как мы можем их растранзитить? Вообще, вообще инвестиционная программа это заложена? Нет. А можно этот вопрос нам как-то вынести, конкретно обсудить отдельно, если есть у вас возможность? Это, конечно, это надо отдельно. Это вам, отдельный вопрос, вот смотрите, очень широкий. Я вам просто... Почему говорю, что когда приведете технологическую плоскость, это становится все понятно, да? Я вот конкретно, значит, по ряду домов объехал, посмотрел там проблематику с транзитными домами. Вот здесь буквально за стадионом недалеко, Молодежная 30, да, шестиподъездный дом панельный, в котором проходит транзит, да? Я живу в таком лавочке на 18, у нас лопнула транзитная труба. Вот, да. Предположим, я вам говорю, вот прямая, вот обратно. На месте ждем. Да? Как сделано молодежь? Так каждый подъезд, условно говоря, зацеплен на свою трубу. Да? Вот вы говорите, растранзичивать. Хорошо. Мы обрезаем здесь. Мы обрезаем здесь. Обрезаем здесь, достаем трубу. Пожалуйста, а что дома? Кто скажет? У нас свои трубы. Не, мы не правильно говорим. Я вот говорю конкретно. А давайте я вам тоже конкретно скажу. А давайте мы перенесем. Московская 3, Кирилл. Горячая вода, от которой вообще не запитан дом. Просто не запитан. Она все это идет в подвал. Она бесхозная, она ржавая. Теперь протечка была, было запаривание в двух подвалах сразу же, потому что у нас вот, ну, шапка есть. Это такое. И мало того, что конденсат пошел так, что он, извините меня, с пятых этажей начал вообще проливать квартиры. Труба ничья, нам дому, она вообще не нужна. Мы вот, ну, ни одним краном от нее не запитываем. Понимаете, о чем я? Здесь вопрос был, почему мы не можем установить прибор учета? Потому что была транзитная труба. Вот вы рассказываете другой случай. Давайте мы их объединим и сделаем отдельную встречу. Но смысл-то заключается в следующем. Я почему вам хочу сказать, чтобы вы поняли. Это действительно программа, комплексная программа, которая
которая касается и внутридомовых сетей, и наружных сетей, ее невозможно увязать в инвестиционную программу, скажем так, ресурсов набирающей организации. Предположим, ну, житель молодежный там 76, да? Условно там назвал, или там 9 мая, там, дом какой-нибудь там возьмем 3. Скажет, ребята, на основании чего я должен, значит, оплачивать вынос сети из молодежной 30А? Да? Ну, логично получается. Поэтому здесь вот как раз, здесь вот, в моем понимании, эти дома известны. То есть в каких домах идет транзит. А здесь должно быть четко первое, что мы с жилищником уже начали. Угу. Это отрисовывать по каждому дому, что в реальности происходит. Потому что есть вот такой вариант, есть такой вариант, есть поперечные варианты. Ну, их вариантов масса. Все отрисовать. Да? Затем необходимо хотя бы укрупненно посчитать, а сколько это будет стоить. Потому что все ж на деньги. Да? И сказать, да, это будет стоить вот такую величину. И за чей счет банкет? Самое главное. Вот самый главный вопрос. Кто должен профинансировать? Вот. Потом дальше история. То есть мы, условно говоря, внутридомовыми сетями не занимаемся, мы занимаемся только наружными. Управляющая компания, которая имеет взаимоотношения с фондом капитального ремонта. Как их совместить? Вот почему и нужна эта отдельная программа на реализацию вот таких мероприятий. Да, о чем мы говорим? Да, с учетом того, что вы еще посмотрите, здесь, если объективно посмотреть, у нас же есть дворовые территории, да? Дворовые территории, а земля отмежована, да? Есть земля. По-разному. Есть отмежованная, есть. Есть отмежованная, есть неотмежованная, есть земля собственников, земля общего пользования администрации города и так далее, и так далее. Земельные вопросы при перекладке сетей носят просто колоссальный характер. Mm-hmm. С точки зрения сложности подготовки вот таких мероприятий. Поэтому вот я, мое мнение, вот. Никакой перспективы везде. Да, мое мнение, да. Все-таки да. Начать да. Надо с актуализации списка. Отрисовывание схем в разрезе каждого объекта и подготовки расчетов, укрупненных расчетов, а сколько это будет стоить. А в списке сколько сейчас МКД по транзиту? Это больше 100. Больше 100. Вот извините, пожалуйста, вот Советская, дом 1, Павелецкого, транзит в детский сад. Уже очень давно нет горячей воды, ни у нас, ни в детском садике. И что дальше? Я знаю. Но вы знаете, кстати, дети без горячей воды в детском саду, и мы без горячей воды, платим бешеные деньги за все. Можно, простите, можно, Павел Владимирович, продолжение вашего вопроса. Нет, ну ответ вот кого-то будет, как раз, да, вот я знает, но ничего не делает. Два вопроса. Скажите, жители моего дома все весну, лето минувшего года у меня спрашивали, почему у нас идет кипяток? И этот кипяток шел все лето. Невозможно, кипяток градусу под 100. Вот я должен быть. С холодного, правильно? Нет. Горячего. Нет, горячего. Но кипяток такой. Это дружба 6. Дружба 6. И, значит, дружба 4, наверное. Нет, дружба 4. Это несколько там. Просто постоянно в течение 4,5 месяцев, и только в сентябре, когда начало немножко холодать, отключилась вообще горячая вода, чуть-чуть шла холодная, и холодной батареи практически до декабря. Вот как вот совместить с этим вот вопросом? Думаю, а в детском саду... Не надо совмещать отдельно. Нет. Он имеет общие корни, эта проблема. Кто этим рулит? Вот этим. Вот. Тут стоит как раз вопрос. Взаимодействие жителей, администрации, управляющей компании и вас. Да. Нет, потому что мы все... Никакой, извините, пожалуйста. Можно я договорю? Да. Потому что люди тыркаются в одну организацию, в управляшку, управляшка говорит, не наша. Да. Потом тыркаются к вам, вы говорите, не наша, мы за это не отвечаем. Потом пишут в администрацию, и вот так по кругу. А в итоге-то воды нет, ни ремонта нет, ничего. Как-то вот должен быть какой-то регламент, или как-то у нас все это должно быть, я не знаю, как сказать, утрясти или написать какой-то порядок взаимодействия. Чтобы мы знали, куда чего обращаться. Потому что получается, бегаем по кругу, и никто ничего не решает.
Вот смотрите, комиссии назначали с присутствием. Все являются, буквально все, кроме ТСК «Мосэнерго». И не один раз, постоянно, вот по нашему дому, по детскому садику. Вообще принципиально не является. А почему? Звонят через администрацию, через депутатов. Понимаете? Подтверждаю, в Старых Химках тоже жалуются, что жилищник приходит фиксировать акты о том, что отсутствует горячая вода или отопление, а ТСК «Мосэнерго» не являются. Монополисты. Подтверждаю, потому что, так сказать, акт не подписан. Даже ТСК не является, когда вот все оформлено в соответствии с законодательством. Есть обращение в МОБ-жилищник, МОБ-жилищник к вам, так сказать, вам приглашение, входящих. Мы все это собираем и ждем. И это было неоднократно. То есть это очень такая постоянная практика. То есть, допустим, жители дома, представители этого дома, делают заявку, что, допустим, осмотр. Ну, да? А вот вы кого видите в качестве представителя? Ну, у вас есть... это зависит от того, какая проблема. Допустим, если эта проблема касается работы ОДПУ, да, должен быть ваш КИПОВ. Да? Если это... Есть да, служба, да, есть служба. Если это занимается обследование инженерных сетей, да, на предмет как бы работы, и, так сказать, это ваш отдел сбыта, я полагаю. У вас сейчас реорганизация же, так сказать, произошла, вот я... Ну, она как бы идет, да, ну, да. Понимая эту проблему, мы... Тепловая комиссия по обследованию. Да, мы вышли с предложением, чтобы изменить структуру, чтобы, с потребителем, скажем так, качественно взаимодействовать. Да, да. Мы такое предложение сделали. Вышли, там, я так думаю, что... В первом квартале защита окончательно пройдет, и реорганизация будет, да, в любом случае, потому что у нас при штатной численности 460 человек, у нас порядка 50 вакансий. Я всех приглашаю, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, у вас такой вопрос. По поводу, я можно договорю да, вот да. Сейчас по поводу, да, там, по садику ходили, точно знаю. Вчера были. Да, там еще непонятная ситуация с тем, что там, скажем так, проблемы с циркуляционной линией, мы в точности с садиком договорились о том, что там представитель ЦАТО, который обслуживает этот садик, он заболел, выйдет из больничного. У нас человек все уже получил поручение, чтобы отработать, чтобы довести это все дело до конца. Я вам скажу тогда, в июле были раскопки. Угу. На территории детского сада. После этого не стало горячей воды. Это вот это объясняет заведующий детским садом. Это я вам честно говорю. Вот это ее последние слова. И еще у меня такой вам вопрос. Скажите, у вас достаточно аварийных бригад? Или честно только скажите нам, потому что мы получаем так, что заказываешь какой-то там случай там, ну, аварийный, приезжает очень или не приезжает, или через день, через неделю только, понимаете, сказать, что недостаточно бригады. Нам до сих пор через месяц или через это два. Если еще дозвонишься в аварийный. Да. Кстати, вообще трубки не берут. Никто трубку. Аварийной диспетчерской вообще нет. У меня ощущение, что меня просто в черный список уже занесли. Ну, игнор полный, хотел бы знать. Вы же не блондинка, чего расстраиваться? Смотрите, по поводу дозвонов, да, здесь тоже вышли с предложением о том, чтобы диспетчерскую службу вернуть как раньше было. То есть сейчас по факту работают диспетчера, которые, скажем так, которые завязаны на внутреннюю службу, а им приходится еще отвечать. Да? Это неправильно. То есть диспетчера, которые занимаются технологией и техникой вопросов, они должны работать отдельно должны быть люди, которые взаимодействуют с потребителями. Это первый момент. Второй момент. С колл-центром мы заключили договор. Заключили? Потому что вот сейчас горячая линия МАЭКа сейчас принимает от потребителей городского округа Химки вопросы. Задает, соответственно, по нашей внутренней связи связывается с нашей диспетчерской, отрабатываются эти вопросы, и, соответственно, нас уже МАЭК, как у нашего учреждения, уже с нас спрашивает, а это тоже, скажем так, не меньше сделать, вот как бы была у вас диспетчерская служба, потребитель звонит в диспетчерскую службу, делает заявку,
Вот эта вот круговая порука такая, она просто невозможна, потому что вы сейчас заключили с единым сервисным центром. Вот единый сервисный центр, он даже и в дальнейшем... МАЭК, там, МАЭК, да, МАЭК, я так понимаю, да? Я говорю, это не МАЭК. Нет, наш мы про колл-центр, который 8-495-108-37-7. Да, какой? 51-й научный. С кем вы заключили договор? Нет, это колл-центр МАЭК. Это горячая линия. МАЭК. А есть телефон, вы можете продиктовать его? Девочки, это горячая линия МАЭК. Да вот это я так понимаю. Интернете давайте, давайте вы лучше, как говорится, развейте сомнения и продиктуйте. Продиктуйте горячую линию МАЭК по теплу. Да. Я прямо сейчас тупо напишу в чат, чтобы они... Потому что у нас декабрь месяц. Это бесполезно. Прорыв, вот причем это на этом прорыве. Туда дозвониться тоже невозможно. Не, мы один раз у нас... Сейчас вам сообщат. У меня там многоканальный телефон. Ради бога. Записываем. Да. Монастырный, звоните, дайте куда. Мы после прорыва последнего пытаемся. Потому что в куда звонить, бесполезно. Бесполезно. 495, так. 539, 59, 59. 539, 59, 59. Угу. А в договоре с горячей линией. Это колл-центр МАЭК. Потом нас переадресуют сюда, да? И вы опять будете сидеть неделю назад. Вот поэтому вот такой цепочки. Вас не переадресуют. Я правильно поняла? Они возьмут жалобу и зарегистрируют заявку, дадут номер. Зарегистрируют заявку. И дальше что? Она, эта заявка попадает к нам. Угу. И с нас уже напрямую будут спрашивать. Да. Угу. То есть уже потребителю дополнительно звонить к нам диспетчеру не надо. Супер. Мы уже должны будем отчитаться. Покажи заявки, да, выполнили. В идеале, конечно, мы должны до потребителя. Но я говорю, в связи с тем, что мы сейчас вот перестраиваемся, перестраиваем работу своей диспетчерской, ну, пройдет определенный промежуток времени. А к какому числу планируется примерно все это перестроить, чтобы мы какие-то сроки понимали? Значит, поставлено в этом году, поэтому вот я говорю, мы сейчас то есть 12 месяцев? Не-не-не. Нет, первый квартал пускай диспетчеризация. Здесь я так думаю, что к концу первого полугодия должно быть все уже утверждено и запущено. А можно ответить на короткий вопрос? Сколько аварийных бригад сейчас в городе? Да, вот я просто забыла ответить. Честно. Честно. На прямой вопрос, прямой ответ. Прямой вопрос, да. Ну, в среднем работает 6 бригад. А приоритет ведь? А кто контролирует их работу? Вот перед Новым годом вся улица Кудрявцева, 4 дома сидела без горячей воды 3,5 дня. Значит, из них, пока жители не подняли вопрос, полтора дня они работали, просто вот работали. Пока люди не позвонят в администрацию по горячей линии, скажут, что опять нет бригады, никого нет. Как позвонят, бригада появляется. 2 часа поработают, все. То есть с пятницы по воскресенье, начало понедельника, не было горячей воды 4 дома. То есть контроль за работой бригады, по сути, нет. Есть. Ну, нет. Инцидентов состояния сетей, да, оно, честно скажу, оно оставляет желать лучшего. Да. Ну, в результате работу выполнили буквально, ну, наверное, в течение полудня. Копали 2 дня, 3 дня, 3,5 дня мы сидели без воды, 2 дня копали, за полдня решили вопрос. Есть специфика в городском округе Химки, когда прокладывали тепловые сети. Эти вместе работали. Значит, был период времени, когда прокладывали трубы в ППУ без заделки, значит, швов. Ну, то есть сварочный шов, его надо технологически заделывать, обрабатывать для того, чтобы обеспечить герметичность. И, значит, чтобы туда влага не поступала и, соответственно, не было коррозии. Сейчас мы массово имеем вот эту ситуацию, когда делали, в данном случае дело идет не о качестве работы, дело идет о контроле за работой бригады. Можно я задам вопрос? С ноября месяца вы что-нибудь слышали о доме лавочки на 18-15? Да, слышали. Слышали? Все по слышали. Сегодняшний день ничего вообще не сделано. У людей полы сдуваются, первый этаж. У нас в подъездах наверху плачут стены, внизу у нас уже
пошла плесень. Невозможно жить. Яму раскопали еще в декабре под 15-м домом прям из торца нашего 18-го дома. Это они просто начали делать в 15-м доме. Про себя вообще про 18-й молчу. До 23-го написано, января будет сделана работа. Сегодня 26-е. Ничего не сделано. Совершенно. Вот, к примеру просто, да? Вот это все мои заявки, начиная с ноября месяца. Это в жилищник, соответственно, она к вам сюда документы, потом горячие линии, Волошина, президенту 4 письма, которые спускались к губернатору, потом к ГЖИ, соответственно, потом все это было к вам. Ничего, ноль, 26 января, с 15 ноября, вся ситуация. Ну да, и почему мы сейчас сталкиваемся, ну, достаточно долгого времени такая ситуация, что обнаружена, как бы, допустим, авария, они сообщаются, ну, допустим, жители сообщают лицо, ну, допустим, у нас построители, авария случилась, ее обнаружил инженер, дежуривший в субботу. Инженер передала управляющей компании, передала руководству управляющей компании, да, своему. Те отчитались в город, информацию, как бы сказать, по идее отправили к вам. Это была суббота. Приехали в итоге только в понедельник. Приехали. Инженер был ладно, как говорится. Но когда звонили в ТСК, говорили о том, что на самом деле у нас есть проблема, а ваши работники заявляют, что у нас нет такого адреса, вообще информация не поступала. И мы сталкиваемся с этим постоянно. И когда мы управляющей компанией выходим, как вы передали информацию, мы сидим, ждем бригады, да, для устранения аварии, а когда ТСК заявляет, что типа ничего нету. Они говорят, ну как это? Я сама звонил. И у нас начальник участка сделала проще. Она взяла и позвонила, как простой житель. И задала вопрос по проблеме, которая не существовала. А ей говорят, нет, ничего не знаю, ваши работники. Я говорю, вот, пожалуйста, я говорю, нас этот вопрос интересует за регламент взаимодействия. Потому что даже управляющая компания, не знаю, с кем они связываются, нету обмена данными. И некоторые, на самом деле, наплевательски относятся, что авария случилась. Я подтверждаю, кроме того, не только звонки, письма пишет управляющая организация по случаю. Вот. Сейчас... А у вас отвечают, нет, у нас вообще такой проблемы сейчас, нет. Мы сейчас поменяли, с декабря месяца мы... Какой порядок? То есть, как работает? Вот логистика. Ведем реестр совместно с управляющими компаниями, с администрацией. То есть у нас общий чат, где у нас затоплены подвалы, почему я знаю лавочки, где у нас занижены параметры. Нет, чат это, конечно, хорошо. Может быть, какую-то программу, чтобы это как-то... А люди как жить? Скажите, а какие сроки? Я лично сама на первом этаже. Устранение аварийных ситуаций. Нормативы есть. Да, все опубликованы. Через сколько? 12 часов. Я понимаю, конечно, что проще приехать, закрутить вентиль, бог с вами сидеть, пока без отопления. Ничего, мало бригад. Вот. Момента получения заявки до окончания работ есть сроки? Нет, у нас регламентированы сроки отключения. То есть, если мы отопление отключили, вот эти две периоды, там регламентированные сроки в зависимости от диаметра, 6 часов, если больше. Максимально, насколько может включиться дом в зимний период и стоять без отопления? Просто вот. До 24 часов. До 24 часов. То есть дорогая моя, у тебя сколько дом без отопления стоит? Можно, у меня конкретно... Без отопления стоит? Много вопросов, много документов, много писем, много заявок, которых, как мы сейчас определяем, вообще испарились. Их не существует, да. И ответы от разных инстанций все-таки сходятся к вам. И опять ничего не делается. У нас в прошлом году, в июне месяце, стандартное отключение воды. Стандартное. После того, как отключили, мы ее, в принципе, не видим. То есть с июля месяца по декабрь она была заниженными. Либо вообще не бывает, либо вот с такими вот переходящими волнами с декабря, с июля по декабрь. С декабря по сегодняшний день, по сию минуту,
мы сидим без горячей воды вообще. А, на всякий случай сегодня прописала, на удивление, приходили, я так предполагаю, приходили, какой-то бойлер включили, полтора часа поработали, я зафиксировала даже время, то ли это прибывали, чтобы составить очередной акт, что у нас все хорошо, четко прописала себе время. Значит, в 10:30 соседями были зафиксированы стуки, ощущение, что включился бойлер, у нас в некоторых квартирах потекла тепленькая водичка. В 11:44 в чате пишут, вода закончилась. А, ну, 11-12 января, это понятно, мы два дня сидели вообще без отопления. Два дня. А, самое интересное, что мы оставляем заявки, да, я сейчас говорю, всем дома. А, пишем на добродел. Есть, вот у меня сейчас, я еще хотела бы все это передать вам. А, пишем сходни онлайн, пишем вам, Мосэнерго, в администрацию. Важно, что запросы полученные. Ответы следующие. Какого числа мы сказали на 2 часа? Какого на числа? 2 часа включали. Да, а, включали? 10:30. Сегодня. 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 Они знали, что мы сюда идем. Да. А через час выключили, надо закончить. Я проводу, нет, я проводу про сходни, вам расскажу там историю. Я был и в вашем доме, и в Первомайской 22. На прошлой неделе было с вами. Не, я там с осени все объездил. Прошлую пятницу на данном мылите в обменнике, специально в пятницу оставались. Вода, которая поступает от водоканала, она с одной стороны соответствует ПДК, но по жесткости и по составу Маргарса, там еще там ряду, оно находится на верхнем уровне. И вот при нагревании в трубах и вот это, в частности, из теплообменника достали 3 мешка вот таких, ну, шоколадки, да? То есть трубы, соответственно, забиты, но если взять 50-ю трубу, ну, ваш соседний дом напротив 22-го дома, 50-я труба, ну, вот спалец там проходимость. Мы вышли с предложением именно это. Значит, давайте что-то решать с водой, иначе мы запустим. То есть, это представляете, вот так, такие же отложения на трубах, как на внешних, так и на внутридомовых. Поэтому водоканал тут поддержал нас в этом отношении, а с учетом того, что я с жителями там тоже поговорил, и на холодную воду жалуются с точки зрения качества воды. Да, 40 раз жили за первое. Был разработан в свое время проект, раскопали. Был проект разработан на подключение сходни к сетям Мосводоканала. И, в общем-то, запустить московскую воду в этот район. И вот эта проблематика, она просто раз и навсегда уйдет. Примерно даже уже рассчитан был объем финансирования. И сейчас Водоканал совместно с администрацией вышли с предложением в Минстрой профинансировать эти работы. Я вам честно скажу, что изменив эту историю с точки зрения качества воды, ситуация с проблематикой по горячей воде сходни уйдет раз и навсегда. Ну, естественно, понятное дело, трубы придется промыть, так мы теплообменники моем. То есть мы разбираем специальный раствор. Ну, электромагнитный можно поставить. И может ставить станции обезжелезные. Нет, планы это хорошо. У жителей конкретно, вот они сегодня пришли, их интересует вопрос, когда у них в трубах появится горячая вода. Вот. Когда инвестпрограмма закончится. Не-не-не, там. Нет, ну вот они до сих пор сидят без горячей воды. Вот когда у них появится горячая вода и сколько они будут еще оплачивать? Значит, появлялась она у вас по тем сводкам, которые я получаю. И там есть участок
трубопровода горячего водоснабжения, который сделан из пластика. А показала практика, что пластиковые трубы еще сильнее забиваются. И вот там проходимость, ну вот, вот такая. Mm-hmm. Сейчас там вот как раз целый ряд домов 15, 19, 17, 21. Значит, попробуем перебрать все фитинги, которые есть на трассе. То есть, как правило, в местах сопротивления максимально забиваются. Вот. А саму трубу ну, производство считает, сколько переклад. То есть надо менять на стальную трубу, перекладывать полностью всю сеть. И, в общем-то, когда... Насколько все у нас запущено, я так понимаю. У вас графики ППР есть какие-то? Знать такие проблемные места, должны быть графики ППР, правильно? Ну, вот у нас есть ли вам по-моему? А почему же они так будут волны? Скажи так, выпускайте такое. Это же все деньги. Это же все деньги. А, ну понятно, все упирается в деньги. Вот в подрезку мы тоже подключились к московской воде, а толку что ли? Мы на московской воде сидим, и че толку? Такая жесткая ситуация. Давайте как раз таки подойдем к перерасчету. Можно еще один? Товарищ, не ругайся. Материальное обеспечение тех самых аварийных бригад. Ну вот просто у нас на левом берегу авария была в самые лютые морозы, да? И у них нет запчастей, ничего нет. Маек приехали, лаборатория приехала, а ну, бригада-то наша химкинская аварийная приехала ближе к вечеру, конечно. А потом все ждали какие-то трактора, чтобы раскопать и начать ремонтировать. То есть маяк утром приехал, а бригада аварийная химкинская приехала, ну, после обеда глубоко, и к вечеру появились только уже к ночи, я бы сказала. Приехали, два трактора пригнали, и начались какие-то работы. Как вообще можно вот так вот взаимодействовать? Нет, то есть нет чего, нет матобеспечения в химках? Нет, аварийный запас есть. Труба и все необходимое оборудование есть. Почему такая история происходит с экскаватором? Поскольку экскаватор, не доделав один объект, он не может уехать. То есть бывает затяжка по времени с одного объекта для перемещения на другой. Ну, то есть нет достаточно материальной базы, у нас нет. Да нет, она убежевает все. Шесть экскаваторов, нет. С экскаватором не работает. Сами рассказывают, да? А в чем тогда проблема? Пожалуйста, да, дома отрастили больше. Они говорят, на нас еще и садик запитанность. Шестой. Пять домов и еще садик. И наш дом, ну правда, в субботу Красоня уже придет с комиссии в квартиру в 31-ю. Да. Вот у нас график до 3-го февраля. Можно я все до 3-го февраля? Я все пытаюсь задачу. У нас уже по регламенту остался время. Я задам сейчас очень интересный вопрос. Я его год два задаю и никак не время заканчивается. Скажите, пожалуйста, вот вы создали инвест-программу, все замечательно. А вы каким-то образом с фондом капитального ремонта коммуницируетесь, нет? Потому что у нас бывает ситуация. Они по всем химкам, это не, вне зависимости от района, стоят два дома. Здесь капиталку внутри домовых сетей делают, здесь капиталку внутри домовых сетей делают, а промежуток между ними, который 10 метров, 7 метров, 12 метров, но это не такие великие затраты, его не делают. Как вы думаете, что наступает при отопительном сезоне? Это зараза рвется. Все. Вот каким-то образом, да, вы можете вот состыковаться, но у нас не огромнейшее количество. Я понимаю, что, может быть, если от дома до дома там 150 метров, может быть, и нет. Но есть дома, которые чуть ли не впритык. Здесь, между ними, до свидания. Я не добиваюсь, что возвратываться в СССР плановое хозяйство. Ты жить хорошо хочешь? А? Не, никто тебе не даст. Проводились на встречу. Значит, они... тоже, ну, условно говоря, сейчас контрактуются, как контрактуются. У них 23-25 год, программа уже составлена. У них на 3 лет, нет, программа-то составлена, но я имею в виду, на работе, как они только контракты подпишут, они сказали, мы вас проинформируем официальным письмом, с официальным графиком, с объектами. И то есть вы, я так понимаю, что именно вот эти моменты будете включать? Мы будем
подстраиваться тоже под эту историю. У нас целевая задача еще подстроиться под, о чем мы тоже в администрации говорили, под благоустроительные работы, когда, ну, это да. Когда, ну, планируются, допустим, ремонты дворов. Асфальт, брусчаточка, асфальт, потом брусчаток, приходит, да. Это все и начинается. Но нам надо находить, скажем так, некие точки соприкосновения. Потому что я посмотрел, например, 30 детских площадок, 31 детская площадка. Построена коммуникация. Деревья, да. Ты представляешь, это хорошо. У нас вопрос опирается в техническую документацию. Вот техническая документация на дом, она отсутствует. Вот когда приходит тепловая комиссия от вас, я вам говорю, мы с ОГХ сейчас, вернее, не сейчас, а еще в прошлом году, с лета договорились. У вас есть вся документация? Да. Вот вы, пожалуйста, как только вы планируете какие-то работы, давайте согласуем. Мы сейчас будем подключать прокуратуру, администрацию города, потому что, ну, доходит до смешного. Ленинский проспект, вот есть 27-й дом, тоже проблемный, а там чуть пониже автосервис, тут там какая-то кафешка. Так вот там тысячная труба, которая идет с Москвы, она проходит прямо через кафе, через этот автосервис. И внутри кафе, в кухне, кухня стоит на камере. То есть, когда открыли колодец, я такого чуда в жизни не видел. Ну, это вы просто химки еще не все. Ну, ты открываешь в кухне. Да. Можете себе представить? Ну, это администрация, как говорится, пошкодничала. Вопрос еще. Выделили землю. Давайте вернемся к маленьким. Вносится постановление о передвижении здания. Вот, допустим, вот у нас опять-таки зеленая 2, я у нас начальник ТУ, я через нее передавал много раз. ИСКА направляла запросы, что трубу надо починить, что она рванет. Это начиналось еще в ноябре 2022 года. Бесконечные ее обращения в ТСК остались без ответа. В январе труба рванула. Все деньги. И полный уверенность сидел без ответа. Как вот с этим быть? Это на зеленом. Да, у нас адресов этих. Или у нас аварийные службы выезжают исключительно только уже на свершившейся аварии. То есть опять стоит вопрос о взаимодействии управляющей компании и ТСК «Мосэнерго». Потому что ТСК «Мосэнерго», что касается муж жилищник, вы эту управляющую компанию в упор не видите. И территориальное управление в упор не видите. У нас споры есть, я вам сказал. У нас споры серьезные есть по подготовке к этому населению. Ну это да. У нас споры есть, вот вы жалуетесь на холодные квартиры, а там есть часть квартиры. На Кирова, например, да? А мы вас выключить не можем, реально. Вырезаны все элеваторные узлы, и у людей идет прямо в квартиры по 100 градусов. Да, я батарею обжигаю. Да. И мы ее выключили тоже самое. Вырезаны в доме элеваторные узлы. Это управляющая компания. Я делаем. Все понимаю. Нам для чего? Вот вы понимаете, вот управляющая компания, там ТСК, еще кто-то. В конце концов, мы платим за перетоп за бешеный. Да. Просто за бешеный. Мы вначале не можем включить это отопление, тогда, когда уже все до дрожи. А в апреле месяце, когда на улице плюс 18, батареи шпарят так, как будто я в Норильске живу. Все нараспашку. Реально, мы ходим охлаждаться на балкон. Что минус 20. Вот каким образом. Но не надо нам такого счастья. Самое интересное. Да, присылает управляющая компания. Я говорю, ребят, ну честное слово, ну уже ну, физически некомфортно. Ну реально, прям аж голова болит. Единственный выход. Это надо додуматься, понимаете, да? Сейчас мы вам пришлем слесаря, и он вам чуть-чуть перевернет стояки. Я говорю, родные мои, вы что, все с ума там посходили? Ну, конечно, это неправильно. Да это вообще бред. Потом нам поставили вот эти счетчики для тепла, да, вот эти вот ДПО, но это бред сивой кобылы. На тот момент, даже когда их ставили, они уже были зависимы от показаний внешней температуры. То есть датчик срабатывает, на улице пошла температура вверх. Датчик срабатывает, вентиль сам автоматом приворачивается. Пошла температура вниз, датчик срабатывает, вентиль сам дает больше тепла. Вот это называется экономия.
А какая может быть экономия, если у меня тупо идет поток 70 градусов, и я его ни уменьшить, ни убавить не могу. Да, либо весь дом отключить. Вот. Улицу поэтому, кто сказал, что у нас потепление? У нас не потепление. Это мы все дружно топим. Да. Реально топим. Потому что дома, я понимаю, в панельном доме холодно. С, скажем так, с возрастом у него проседает утеплитель, который находится между панелями. Да, он начинает работать как морозильник. У нас дома по 50 сантиметров стены. Там реально, там достаточно, вот, ну я не знаю, там комфортку газовую зажечь, всю квартиру протопишь. А здесь, ну реально, это вот, ну, мы-то как потребители, понимаете, мы платим за воздух. Мы платим вообще бог знает за что. В прошлом году предписание было выдано, но... А что толку-то? Ну, вот... есть же у нас полы горячие, у нас лампочки 18, у вас батарейки тоже. Нужно обращаться, то есть вы юридические лица, у вас все это быстрее делается. И вообще-то в свое время, еще лет 6 там назад, кстати, о перерасчетах, была идея, что у нас, если стоит УДПУ, если параметры занижены, автоматически идет перерасчет. Вот у нас сейчас перерасчет, ну, так сказать, занимает огромное количество времени по администрированию, по написанию. Если УДПУ, он показывает факт. Ой, у нас УДПУ, извините, поверку не проходило. 3 года мы не могли добиться от управления, чтобы она призвала нормальную контору, лицензированную, которая поверила наш бы счетчик. И 3 года у меня бабушка, пенсионерка, проживающая в трехкомнатной квартире, 9,5 тысяч отопления. Управляющая компания обязана. А почему управляющая компания? А вы можете ее как-то? У нас прямые договоры. 491 постановление есть, где расписаны обязательные работы. Сейчас у нас получается управляющая компания передает ТСК показания. Почему ТСК не принимает участие в съеме показаний? Нет. Все же автоматизировано. У нас есть чудесная программа, это ЭЛДИС, или как она называется. Почему ТСК сами не смотрят, не проверяют? Не... Ну, вопрос, потому что мы принимаем. Да. Начали ходить, снимать показания. Да. И увидели такую картину просто. Ну, какую? Какую? Я сейчас говорить заранее не буду, но мы хотим порядок установить. Хорошо. Да, где УДПУ не стоят? Нас обманывают, и нас обманывают. Да всех обманывают. И мы обманываем. Нет, ну это все прекрасно. Давайте вот все, есть дома, где УДПУ не стоят. Управляющая компания, жилищник, я просто с этим столкнулась, составляет акты о том, что так, так и так. Значит, параметры входящие, параметры исходящие, выходящие, да, такие-то, они занижены. ТСК «Мосэнерго» первым нашим заявителям пишет, что оснований для перерасчета нет, потому что у нас не присутствовал ТСК «Мосэнерго» на снятие параметров. Да нет, смотрите, здесь перерасчетом все очень просто. Каково порядок действий, скажите, пожалуйста. Вы собственник жилья. Вот если у вас в квартире не соответствует параметр, да? Ну, то есть температура воздуха или там температура горячего воздуха, у вас первоисточником, с кем надо работать, это управляющий компания. Ну, 110. Ну, у вас, ну, формально вы имеете договор управления с управляющей организацией. Вы приглашаете управляющую организацию. Придите, пожалуйста, замените. Это задача управляющей организации. Пригласите нас. Телефонограмма, что будут проводиться замеры температуры. Сейчас каждый кончу. День? Каждый день. А и 112. Придем мы, не придем, составляется акт, замеряется у вас в квартире. Но самое главное, они нас должны пригласить, и мы должны отреагировать. Наша задача отреагировать. Хорошо, а мы вас можем пригласить вместо управляющего, потому что управляющий может, извините меня, там... Ну, есть действительно порядок, 354-е постановление, но это только один из, так сказать, подходов к перерасчету. То есть, да, 354-е работает. Это нужно каждый день, если температура в квартире, вот вы считаете, что батареи ледяные. И действительно нужно делать акт и замерять в центре комнаты на 50 сантиметров. Вот так вот, так сказать. И температура, вы знаете, мы в прошлом году вот так, так сказать, пробовали делать. Во-первых, это нереально, чтобы участок, на котором несколько десятков домов, вот, так сказать, ЦТП номер 2 обслуживает 16 МКД. Ну, представляете, вот 16 МКД нет отопления. Но при этом температура при таком замере по 354-му постановлению, она дает 21 градус, 20 градусов, потому что, во-первых, люди отапливаются. Конечно. Во-вторых, у нас хорошие дома, вот стены действительно такие. И, так сказать, вы по-вашему и по с точки зрения администрации перерасчета никакого действительно отвечает, нет перерасчета. Но параметры, которые вы подаете на дом,
они занижены. При параметрах в 2 атмосферы никакая управляющая компания не подпрыгнет, чтобы сделать 5, чтобы отапливать весь дом. Вот мы в прошлом году, весь год, вот, так сказать, настаивали, что это неправильный подход, должен быть перерасчет, но это отношение уже между вами и управляющей организацией. Управляющая организация фиксирует заниженные параметры, актирует заниженные параметры, обращается к вам с претензией, что параметры занижены, вот составляют, я вот даже, как бы сказать, вот у нас есть акты такие, вот они составляются, вот. Заниженные параметры. Угу. Они отправляют в администрацию, потому что там есть муниципальные квартиры, да, и они отправляют вам. Угу. Да? И вы, так сказать, на основе этого делаете перерасчет. Угу. Вот. Но это вот не работает по всем домам. Вот наш участок, мы, как бы, так сказать, мы вот как бы выстроили, мы, так сказать, обеспечили, чтобы вот управляющая компания на каждый день писала письма. Либо но это не 354-е постановление. В идеале, да. Мы должны обеспечить типа снабжение, да? Но я повторяю, вот по сходне, вот там, вот, допустим, с горячей водой, вот хоть ты нагревайся, вот, я говорю, расстояние до отопительной, да, я вот простой пример говорю. Там завышена температура, даем с выхода, с котельной, да, в 15 градусов. И не доходит до домов. Понимаете? В 15 градусов разница. Такое, ну, вот новости. Ну, вы отвечаете за поставку ресурсов, вот, за ТП, да. Да, расчетно вам положено, правильно получается? Если мы, как потребители, не получаем некачественную услугу, значит, мы положим перерасчет. У нас возникают проблемы с получением этого перерасчета. Вот сейчас мы к чему ведем. Потому что начинаются проблемы, что вот сначала указ оставила, допустим, акт, он показывает, что надо, допустим, да. Честно могу сказать, что я сама контролирую показания у себя в подвале, благо это мне под моей квартирой называется. То есть я проверяю после слесарей, что они там намерили, и смотрю за этим вопросом. И потом проверяю. И я же подписываю эти акты, которые составила управляющая компания. Поэтому я прихожу за ними, я этим. Ну, как заявитель. Да, как заявитель. Ну. А дальше вопрос. Если я не напишу заявление вам, то я, получается, не получу перерасчета, хотя управляющая компания отправляет вам акт. Почему? А потому что у меня так несколько было аварий, мы даже писали вам заявление. То есть не во всех случаях делают перерасчет? Да, не во всех, на самом деле не во всех. Или слишком... Погодите. Мы с управляющей компанией изменили вообще подход. То есть сейчас те акты, которые попадают в управляющую компанию, они все попадают на перерасчет. То есть они подтверждают. Это с января или еще с декабря? Это с декабря. То есть мы сопоставляем данные наши, сопоставляем данные управляющей организации. Все это запускается. Сейчас я говорю, сейчас Минэнерго уже контролирует те перерасчеты и администрация. Я тут на прошлой неделе рассказывал историю с перерасчетами, да? Надо наводить порядок. Ну вот, я чего могу. Но администрация, она так же, как вы, изначально заявили, что они, так сказать, используют 354-е постановление. То есть, представляете, вот в доме нет отопления, параметры занижены, так сказать, подача 2 атмосферы и, так сказать, обратка 2 атмосферы. Отопления нет, трубы ледяные, но приходит с участка инженер для составления акта. Пирометр заменяет, 19 градусов. Это не угловая квартира. Все. У нас нет оснований для перерасчета. При том, что вы подаете заниженный параметр. Мы, как потребители, да, мы получаем некачественный ресурс. Мы имеем право по гражданскому кодексу его не оплачивать. Я хочу сказать, что, естественно, люди не будут сидеть в квартире при 12, они начинают включать то духовки, то электроплиты, то обогреватели. И, естественно, они нагоняют эту температуру. На момент проверки квартиры, естественно, другими ресурсами протоплены. Только получается, что мы платим и за отопление, и плюс платим за электричество, которое мы расходуем для того, чтобы в конце концов не окалить квартиру. То есть у нас просьба, чтобы, так сказать, и управляющие компании, они надлежащим образом делали акты и обращались к вам с письменной претензией. Ну вот каждый день, заниженный параметр, каждый день составляет акт. Но не надо нас заворачивать в 354-е постановление, потому что инженер с участка, даже 112 квартир в нашем подъездном доме, он говорит, Наталья Викторовна, я уволюсь, я не буду работать. Но это нереально.
И у нас был в прошлом, почему я так говорю? Потому что в прошлом году был опыт с аварийной службой Московской области. Аварийная служба Московской области, вот они сюда ездили, как, так сказать, на работу. И они уже составляли эти акты. И они замеряли, да. И где действительно, как бы сказать, вот они приходили, вот 18 градусов. И не положено перерасчет. При том, что параметры, а ни администрация, ни ТСК «Мосэнерго» не принимает вот этот аргумент, что параметры занижены, некачественный ресурс, требуется перерасчет. Есть закон о теплоснабжении, есть гражданский кодекс. А вы только основываетесь на перерасчете в соответствии с вашим телефонограммом. Вот есть, да. То есть вы со своей точки зрения. Ну, понятно, что как бы у вас есть официально вот эта телефонограмма, да? У вас есть начало отключения и включение. И вы только вот эту телефонограмму и вот этот, так сказать, период и учитываете разные проценты. Вот сейчас мы посмотрим, с какой нам перерасчет это сделать. Но это неверно, потому что когда телефонограмма приходит, у нас уже больше период отсутствия отопления. И акт составляется на день, а это 24 часа, а не 7 часов. И получается здесь, вот, понимаете, это как бы не совсем корректный и честный подход. И нас, и кроме того, ваша диспетчерская, я просто хочу сказать, что ваша диспетчерская, вот они, отправляют в управляющую компанию, жильцы просто, они настолько расстроены. Так отопление нет, так холодно, ледяные батареи. Давайте я проверю. И еще один такой. А вы мне телефончик свой скажите, пожалуйста. Оставь потом. 19. Да, потом оставь. Еще один момент. Смотрите, перерасчет, вы даете, у вас платежный агент вашим является МОСОБЛЕЦ, хотя у нас некоторые жители, с учетом того, что мы напрямую договариваем, мы оплачиваем вам напрямую. И вот дальше мы сталкиваемся с таким моментом, что нам положен перерасчет, в квитанции ЕПД он проходит просто какой-то одной суммой, не написано ни за какой период, и конкретно за что это. На основании чего? То есть житель не видит. Ему сделали перерасчет, скинули рублей 100-150, радуйся дальше. Допустим, я с этим не согласна, если у меня было занижено показание в течение 10 лет. Приложения квитанции нет? Нету. Ничего этого нету. Нет, реклама есть, приложение нет. То есть приложение нет. Вот, просто стоит строка. Перерасчет, допустим, ХВС или отопление. Да, минус. Все, за минусом такая-то сумма. Все, радуйся. За что, за какой период, сколько конкретно, правильно вы ли посчитали. Вот мы теперь возвращаемся к тому, что, допустим, я оплачиваю напрямую. У нас каких-то, допустим, около 100 лицевых счетов, наверное, в городе. Нет, у нас больше. Уже больше, как бы сказать. То есть я эту информацию вообще не могу уже получить. Давайте. Хотя я пишу, называется... Нет, на самом деле расчет-то делается. Я это не понимаю, почему они получаются одной суммой включают. Да. А саму методику расчета? Нет, вообще нет, мы ее не знаем, как она рассчитывается. Вот опять-таки нужно, наверное, делать запрос, понимаете? То есть люди только должны ходить, не работать, везде писать запросы и требовать перерасчета. То есть, возможно, то есть есть юридические лица, есть управляющая организация, есть ТСК «Мосэнерго». У вас, вот у нас вопрос, так сказать, у МОБ «Жилищник» заключен с ТСК «Мосэнерго» договор о теплоснабжении в целях отопления вот, мест общего. Есть? Точно? Есть. А можно с ним как-то познакомиться? И просто интересно... Смысл? Потому что, как бы сказать, нам, чтобы информация была, потому что вот до этого вы сказали, что да. У нас же договор является на самом деле публичным. Они на сайте есть. Есть такой есть очень интересный момент. С учетом того, что нам вот... считаются, ВДН считаются по нормативу, я ради интереса посчитала количество воды, которое мы оплачиваем в месяц. Этой водой можно просто дома обливать целыми днями. Это несколько кубов в день. В месяц это огромное. Уборщица, начнем с элементарного, в наших старых домах, в старых постройках, не было предусмотрено вывода горячей воды и водоотведения. А за это мы платим. Вот мне интересно, я просто еще помню, что в 2019 году ваш представитель, светленькая женщина, как ее там звали, я уже не помню, она приходила, они ругались с Малковым, когда она сказала, что вы нам должны за горячую воду, а он говорил, ребята, а мы не берем жителей за горячую воду, ОДН, потому что, говорит, у нас физически нету ее просто в доме. Так после этого был обход домов,
и смотрели, стоят ли шаровые краны на батареях в подъездах, сливает ли уборщица оттуда воду. Ну, в Новогорске вообще такое нет воды было, во многих перемытьях, а с них снимают. Ну, это один и вот вопрос называется, спрашивается, где, то есть если вывод холодной воды, он всегда был еще с 90-х, но горячей воды... Есть некоторые дома, но не буду говорить, что я раздвоялся. Да, то есть на самом деле во многих домах, скажем так, в 90% старых домов нет вывода отвода на горячую воду, что уборщики используют. А с нас берут за это деньги. Причем количество воды достаточно огромное. Ты правильно, я там заплатила 2 рубля по своей квартире, да, там кто-то рубль в зависимости от общей площади. Ну, а если ты возьмешь дом, который рубль. Самое интересное, в этих домах берут и за горячую, и за холодную плюсом. И за канашку. И за канализацию. А прибор учета на горячую воду. Самое интересное. Нету там, тут где же у нас дома в основном транзитные. Мы здравствуйте, наши количество воды, которые якобы уходят в метан. Ну, у нас реально, у нас просто физически, у нас, если даже она бы захотела, она бы эту воду, если только трубу распилит и возьмет. У нас в основном все выходы были. Какой адрес? 38. Да это вот практически по всем домам. Я составляла акты о том, что у нас нет. У меня ничего насчет 14 туда же. И еще, скажем так, вот теперь еще такой момент. Слушайте, меня там люди уже ждут. Все, знаете, мне, да. Как бы сказать, еще раз повторите о том, как будут происходить перерасчеты вот с декабря месяца с учетом показаний от управляющей организации. Как бы, чтобы для всех было понятно. Организация уже передала показания вам, снятые из 23 числа? Корректно интересно. Потому что нам очень интересен перерасчет в декабре, нормативы. Но поскольку людей волнует перерасчет, вы еще раз повторите порядок перерасчета. Слушайте, давайте сделаем так. Я, ну, с учетом того, что ваша электронная почта есть, я подготовлю такую информацию, да, как производятся перерасчеты, в каком этапе, ну и статус, допустим, вот. У нас реально там с ноября, ноябрь, декабрь. Сентябрь, сейчас, октябрь, да, ноябрь. Ну, сентябрь мы не берем, потому что начало. Этапе, да, да, да. Он не показательный, условно говоря. То есть мы вот реально ТСК не делал таких расчетов никогда, сколько мы сделали вот за эти 3 месяца. То есть вот мы пытаемся сейчас отладить механизм взаимодействия и с расчетным центром. Я вопросы понял, мы обсудим, и я вам встречу по транзиту, когда-то можно будет сделать. Слушайте, давайте. Ну, я так думаю, встречи такие надо будет в любом случае проводить. По транзиту, да, по транзиту, я говорю, здесь надо скрупулезно готовить. Нет, ну смотрите, как бы сказать, потому что мы, как бы сказать, ну, как мы бегло пробежались, как бы сказать, в общем-то мы получили, да, ну, картинка обрисовалась, вы поняли, что у нас придут у нас большие изменения. Если вы быстрее нарисуете сами, это даже лучше будет. Ну, смотрите, нет, ну, мы потому что вы готовы с нами встречаться, ну, не каждый месяц, а хотя бы по мере готовности каких-то вопросов. Ну, я так думаю, что в следующий раз... По мере необходимости. Нет, в следующий раз лучше провести встречу, когда будет готов график производства работы. Это какой срок? Когда приблизительно? Ну, приблизительно. Это, скорее всего, начало апреля. Угу. Ну, то есть, условно говоря, через 2 месяца будет готов и график проведения гидравлических обеспечений, и график проведения ремонтных работ. Мы получим опыт корректировки оплаты за отопление, чтобы проанализировать. Да. И вот с этими графиками вопросов будет много, потому что это адмира, и там реально уже, ну, 150 метров, допустим, будут менять, это будут перекрываться проезды и все прочее, то есть там понятно, потребуется там, да, согласование и прочее, прочее. Ну, чтобы вы видели, как это... А как оно в короба планируется, в бетонирование, или, как обычно, землей засыпали и ладно? И все в соответствии с проектом. Да. Никакой самодеятельности, как когда вот здесь посмотришь, там, в ППО, прямо новую трубу взяли, бросили. На землю, да, и присыпали. Да, и нормально. Ну, мы вас благодарим, Ирина, за то, что вы за эту встречу сделали, потому что взаимодействие и, как бы, информация. Вопросы понятны, значит, ну,
Надо набраться терпения. Вот переходный этап он займет какое-то время. Нет, но если мы будем видеть, скажем, какие-то изменения в лучшую сторону. Вот сейчас горячий вопрос. Это вот люди, которые без горячей воды отопления. И у которых очень много горячей воды под полом. Кипяток же. У нас утром все мыться невозможно. Достаточно не потерпим с этим горячим. Мы же дольше терпим. Но вот это вот сейчас считаю, эти аварийные ситуации. Они будут. У меня завершающий вопрос. Вот ТСК МОСЭНЕ. Заявка вот по этому телефону горячей воды, да? Заявка на обследование трубы, которая не, вот, ну, она не рабочая, она, кстати говоря, заканчивается в третьем доме. Зачем она у вас? Переписки, допустим, жители, у нас есть чат наш, да, вот делают на это к этой встрече готовились. Допустим, мы же, ну, мы, скажем так, набросали не все вопросы, которые нас интересуют. У нас много, да, и были развернуты, как бы. Поэтому мы разделили. А мы на самые горячие, скажем так. Если бы наши жители по каждому дому, скажем так, по каждому дому, где какие-то есть особо определенные проблемы, мы писали бы свои списки. То есть мы можем вам, да, вот, допустим, переслать, чтобы вы имели какую-то картину. Что у нас есть там, да, какие проблемы. Может быть, можно какого-то ответственного человека назначить вот нам в этот какую чат, бизнес, почту, да, добавить в наш чат, да. Ну, я в том году взял человека, но сейчас он как бы проходит подготовку, условно говоря. Такая задумка есть, действительно, и такой человек был. Я как раз про информационное взаимодействие хотела спросить. Сейчас очень многие ведомства переходят в телеграм и каналы, создают, соответственно, как бы информационные какие-то посты о том, что там проведены работы, там-то. У ТСК Мосэнерго Химкинского филиала есть такой канал в телеграме или нет? По-хорошему, вот я заметила, что на сайте администрации теперь публикуются телефонограммы об отключении горячей воды. Но там эти новости идут вперемешку с новостями администрации, депутатами и так далее. Поэтому моя как бы просьба, предложение. Кто телеграм-канал? А мы сейчас будем. Вы понимаете, уровень квалификации там. А какая зарплата? Да. А то может быть мы пойдем. В Comedy Club был дуэт имени Чехова. И там был такой монолог, студенческий кредит назывался. И в банк приходит и спрашивает, у вас, говорит, какая зарплата? Стабильная. Я вообще просто говорю, что если есть кто-то, люди, которые готовы прийти на работу в ТСК, мы готовы. То есть нужен человек, кто будет вести телеграм-канал от ТСК МСН. Вообще, конечно, в предложенной схеме, ну, в структуре нового, да, это вот группа будет людей, как по работе с потребителями. Да? Ну, да. Это все, что связано вот, по работе с по умной коммуникации, по ведению чата, по консолидации всего, потому что с доброделами бывает там просадка подготовки. Но добродел поступает Воробьёв на стол ежемесячно. А что по добродел? Это не ерунда. Нам сказали, солнце мое, у меня вот у меня в чатах, да, я не в одном чате состою. Будет молодец у многих. Блокирует добродел заявки, если ты их подаешь больше определенного количества. С вами напрямую. Ну, у вас кто-то... Кто-то один, по отдельности... Нет, не надо. Осторожно. Ну, а что? Я раздала всем. Пока у вас нету, что идет телеграм-канал, да? Вот сейчас, допустим, у вас есть почта на компьютере, да? Если, допустим, я могу пересылать... Ну, Ирина, да, вы начали всю эту историю, вы продолжаете. А может быть, вы пойдете в этот отдел? В телеграм-канал. В любом случае, до секретаря можно дозвониться. Да, секретарь очень хорошо отвечает. Да, до секретаря можно дозвониться, оставить сообщение. Там, такая-то, такая-то, телефон такой-то. Там, планируем то-то, да, там, да. Там, условно говоря, до такой-то промежуток времени, когда секретарь что-то сделать, там, или передать вопросы. Вам, соответственно, можете, там же на сайте у нас есть электронная почта секретарская, да? Ну, она информационная. Ну, вот там, да, не всегда были проблемы с сбором. Нет, но на нее можно направить эти вопросы, то, что мы можем, и когда они все равно... А еще, я к вам. А мы можем даже сказать, у меня транзитный другой, они вообще все голые, совершенно никакой изоляции нет, потому что в итоге я вот там, честно говоря, я топлюсь зимой, комфортно и газом.
то все теперь в подвал. Они все советские были, да? Я писала каждый год, не доброте. А когда транзитные без защиты, они наоборот от них тепла столько. Солнце мое, у меня первые этажи в нежилые перешли, и они повырубали батареи. Я говорю, у нас тепло было, когда не спасибо огромное.